Думаю о керамбите, ребят, думаю о керамбите, думаю о керамбите, думаю о керамбите. Приветик всем, ребята, с вами ваш ШкентаПК. И сегодня мы узнаем всю правду, как же все-таки можно получить любой секретный нож в игре Black Strike. Ну что же, давайте смотреть видео нашего эксперта, который нам, ребята, расскажет всю правду, как же все-таки можно получить любой секретный нож. Ну что ж, поехали. Как вы видите, у меня уже есть керамбит, но мы можем получить абсолютно другой. Другого цвета и вообще другие ножи. Вот, как вы видите, когда я стреляю, у меня нет пуль. Ну то есть, отверстия от пуль не остаются. Ага. Не остается отверстие от пуль. Возможно, это разработчик. Возможно, это чит. Нет, ребята, он просто зашел в настройки и отключил отверстие от пуль. Все гораздо проще. Я думаю, все знают это место, это хижина Йобы. Да, я знаю, я знаю. Только у него на самом деле можно стрелять пулями. Вот я вам покажу, сока. Как он это делает? А, ребят, я вспомнил, это же этот, это финалист битвы экстрасенсов, ну теперь все понятно, я-то просто вначале подумал, что что-то нечистое, не, ребят, тут все чистое, это финалист битвы экстрасенсов, поэтому, ребят, мы прямо сейчас видим его феноменальные сверхспособности, и давайте их смотреть дальше. У нас остаются полевые отверстия. Так, что нам нужно сделать, чтобы получить один из этих керамбитов, не обязательно из этих? Можно так. Разные керамбиты получить. О, это, вот мне надо керамбит. Вот я вообще бомж, у меня вообще ничего нету. Это я. Вот я очень нуждаюсь в керамбите. Так, ребят, вот сейчас, наверное, самый такой важный момент, так что внимательно смотрите и слушайте. И запоминайте. Любой пистолет. Так. И выстреливаем вот по углам. В углы двери, чтобы закрыть как бы эту дверь, и нам никто не помешал. Никакие это игроки. И вот. А ну-ка, а ну-ка. Чтобы никто нам не мешал получать керамбит или другой же нож. Так, ребята, прямо сейчас вы видите, что я уже защитил свою дверь от других игроков. Теперь никто из других игроков мне не помешает, ребят, не переживайте. Возможно, вы меня спросите, мол, КентаПК, так, а никто же к тебе на сервер и не зайдет? Ну, это хороший вопрос, я ответ на него еще не придумал. Короче, давайте дальше смотреть видео, а то мне стало немножко неловко. Что мы делаем дальше? Подходим к Йобе. Смотрим на керамбиты, ладно, я шучу, это не обязательно смотреть на керамбиты, просто смотрим. Вот он шутник, блин, ребята, вот пошутил, да, это мы оценили шутку, ребят, кто оценил, плюс комментарии. Все, хоро баловаться, теперь еще с какого-нибудь оружия вот сюда вот стреляем. Так, да, я сейчас стреляю сам. Ну, то есть окружаем его голову пулями. Ага. Это типа, знаете, это типа мы, ребят, показываем Йобе. Это мы показываем Йобе, что с нами шутки плохие, поэтому, типа, отдай керамбит по-хорошему. Ну, я по крайней мере, понимаю это так. Ну, для чего он это сделал? Это не суть, это не важно почти. А, это не важно, то есть можно было вообще не стрелять. Ладно, ребят, кто не стрелял в Йобу, то ничего страшного. Так, что мы делаем дальше, ребят, что мы делаем дальше? Потом надо... Не, сейчас будет, короче, самый трэш, он потом скажет, это тоже не важно. Вот его обвести вот так кругом, очень аккуратно, чтобы не зацепить его, чтобы типа он не умер. Потому что если вы в него пулей попадете, ничего не сработает, и он просто умрет. Он умрет? Давайте. Ходят слухи, что он бессмертный, но это не так на самом деле. Он не бессмертный, он может умереть. Итак, все. У нас все включилось. Так, тут пули должны пропасть. Так. Пацаны, вы чувствуете эту ауру? Чувствуете ауру? Я чувствую, портал закрылся, ребят, портал закрылся. Все, а пропали. Ну-ка. Теперь сейчас выходим, а куда он с портала вышел? Как можно получить любой секретный нож. Так. Но для начала я еще раз докажу, что нельзя стрелять на улице. Вот, как вы видите, я стреляю, и нету отверстия от пуль. Вот это волшебный сервер, на котором не остается отверстие. Ребят, обратно сверхспособности мы наблюдаем в данном видео. Только у самого Йобы они остаются. Так, сколько я уже снимаю? 5 минут. Ну, уже теперь включаем консольные команды, вы их все основную знаете. Допустим, я хочу себе керамбит. Так. Керамбит. Вот, пишем, карамбит. И отправляем, нажимаем сумбит и идем в кое-какое место сейчас. Так, давайте тоже напишем волшебную команду. А ну-ка, хак, керамбит, да? Что он там писал? Хак. Ой, не то. Нам вот сюда, вот это тайное место, вы тоже, я думаю, все знаете. Это прозрачная коробка. Ага. И вот тут сейчас у нас должен появиться керамбит. Подходим вот так вот к этой стене вплотную. Так. Вплотную к этой стене. И теперь в течение нескольких секунд у нас появится другой керамбит. Я написал керамбит, и нам выпадает рандомный керамбит сейчас. Давайте подождем немного. Так. О, боже, ребята, это реально работает, смотрите.
Керамбит, давайте выйдем уже отсюда. Это работает! У меня реально был только один керамбит. Был только один керамбит. Не, ну вы видите, это работает! Так, давайте все это проверим, ребят, проверим. Так, я уже пришел в тайное место. Так, если это тайное место, значит, нам надо надеть капюшон, чтобы нас никто не узнал. Ребят, мы все-таки в тайном месте. Маскировка 99-го левела. Так, мы в тайном месте. Меня даже тиранетка не узнает. Меня вообще никто не узнает. Так, ребят, мы пришли в тайное место. Давайте продолжаем, что там дальше, ну-ка. Так, пришли в тайное место дальше. Мы смотрим вот сюда, вот именно на этот кирпич. Думаю о керамбите, ребят, думаю о керамбите. Керамбит! Ребята, это работает! У меня никогда раньше не было такого керамбита! У меня раньше вообще никогда не было керамбита! Фух, это работает! Я вначале не поверил, но, ребята, это работает. Фух. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, всем удачи и всем пока. Да, ребят. Ставьте лайки, у кого выпало 3 керамбита. Ставьте много лайков, у кого выпало помимо 3 керамбитов. Еще выпало 2 байонета. Ставьте 5 лайков. С 5 аккаунтов, у кого выпало 5 тычковых ножей. Ребят, то есть мы сами видим, что все это работает. Так что поддержите меня лайком, если хотите больше подобных видеороликов. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. С вами был КентаПК, и это было видео «Как получить любой секретный нож». Всем удачи и всем пока.